Сваля. Любовь десятером. Четыре руки и четыре ноги сплелись лиловым осьминогом. А еще я и ты вращаем своими глазами, как глубоководные рыбы. Только фиолетово-бирюзовой толщи воды возможно такое непрерывное копошение, когда из десяти получается одно – синтетическое и органическое, и органичное к тому же. Они так понабрали разрозненного и склеили. Эклектика какая-то. Гораздо проще, когда есть одна голова в одном месте, а другая голова в другом. А любовь – типа лески с грузиком. Бросок от одного к другому, потом опять бросок уже от другого к одному. Идиллия. Но вот беда, и тут все превращается в свалю. В голове одного уже с десяток, и каждый бросает свою леску в сторону другого. А у другого с десяток ловит и бросает свои. В конце концов, запутавшись, бросают свои лески и начинают раздуваться самоварами, распространяя горячий пар вокруг и по направлению. Так что поневоле задумаешься, что лучше, глубоководье или горячий парье, или горячий порье.